Всем привет, с вами Марс, и сегодня я вам покажу свой рисунок ассасина Эцио Аудиторе из игры Assassin's Creed 2. Ну, такой вот рисунок. Я его рисовал не так долго, часа пол-два, ну, один час где-то, 40 минут. Я срисовал это здесь с интернета. Ну, и так-то вот все. У него два здесь клинка, плащ. Вот. Еще вот этот пояс. Ну и в общем все. Всем удачи и всем.